С вами служба технической поддержки Волтек. Здравствуйте. Латунь – это многокомпонентный сплав на основе меди, где основным легирующим компонентом является цинк. Также в состав могут входить никель, марганец, железо и другие химические элементы. Наиболее распространенной маркой латуни, используемой в инженерной сантехнике, является LS-59-2 или ее европейский аналог CW-617N. Плохо, когда заявленная производителем марка латуни не соответствует действительности. У нас есть три образца – краны Волтек, Бейс и Перфект и кран некого абстрактного производителя. Проверим их на соответствие заявленным маркам латуни, перейдем в лабораторию. Рядом со мной находится многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр. С его помощью мы определим химический состав наших образцов. К началу эксперимента прибор подготовлен в соответствии с требованиями методики по работе с латунными сплавами. Сам эксперимент представляет из себя прожиг образца электрической дугой в среде инертного газа. Для получения заключения по составу каждый образец нужно будет прожечь не менее 3 раз, после чего он будет оценен по среднеарифметическим значениям в соответствии с требованиями методики. Полученные значения состава будут проверены на соответствие процентному соотношению компонентов заявленной марки латуни в соответствии с ГОСТ 155-27 от 2004 года. Приступим к тестированию первого образца – шаровый кран Волтек Бейс. Для прожига на нем при помощи фрезерного станка подготовлена площадка, свободная от гальванического покрытия. Установим образец. И приступим к испытанию. Повторим прожиг еще 2 раза. Каждый последующий эксперимент будет проводиться на новой точке площадки, подготовленной на образце, а электрод прибора будет очищаться. После завершения испытаний мы получили результирующую таблицу, которую сравним с составом заявленной марки латуни CW617N или LS-59-2, представленным в ГОСТ. Для вашего удобства обе таблицы размещены рядом. Как видно, состав латуни крана Волтек Бейс полностью соответствует заявленной марке CW617N. Следующий образец – кран Волтек Перфект, изготовленный из латуни CW602N, устойчивый к вымыванию цинка. Повторим серию экспериментов. Результат перед вами – полное соответствие составу марки латуни CW602N. И, наконец, кран неизвестного производителя, который попал в наши руки с полки магазина. Приступим. Результаты эксперимента показывают соответствие марки латуни LS-59-1 вместо заявленной неизвестным производителем LS-59-2. В результате эксперимента мы убедили, что образцы торговой марки Волтек полностью соответствуют заявленным маркам латуни, чего не скажешь о образцах некоторых других производителей, которые также можно встретить на полках магазинов. Будьте бдительны при выборе латунной арматуры. На этом все. До новых встреч!